Лёш, я скиллы накинул на сердолик. Ты можешь не начать уже. А, блядь, сори. Чё, все готовы, нет? Я забыл, что на том стоит. Как, я запускаю? Ну, дай проверку. Я забыл то, что просто на мне корона я тут это заговорился. А чё пить-то я забыл, запротрить, да? Да, всё, сослаться пьяно. Афоня? Да, я готов. Мне просто тут, блядь, и звонят, и... Всё, тогда я запускаю. Ну этот дедлайт, замедление каста, бросай по боссу. Стой. Нужно больше ярости. В демоне там не покидаешь. Ну, отлично, я так понимаю. У нас два демона, пару выбор с... небольшой. На пару с НТМ бросать. Что тайминги собьются, а будем вайпать. Я этого не хочу, и думаю, вы тоже. Он в Т5 сантой. Лёх, у меня тайминги независимые. То если что, я скажу. Чё тут это? На убийство босса тайминг. Надо разбегаться. Разбегаемся быстрее. Шторм. Шторм. Обратно. Быстрее трэш сливать, тем ничего было на карьере. Заберите сгусток. Сокрушителя забери, Ургет, в рейде. РДД свичнулись. Да, пускай на мне будет. Лучше бы другого забрал. 4 стака. Разбежались. Кто его бьет? Нахуя вы его в соло таргет хуярите? Кого из плетения, блять, эти две? Шторм. Сбежались. Чё ты идёшь, Лёш? Мы это, сейчас борщ станем тут. ШПшки, блять, убьёт в соло таргет. Вы нормально? Топнули, я уезжу.
Хорошо. Видите? Понятно. Свечную среду. Давайте поставить. Передвигайте его, понятно. Прибежали. Разбежались? Нет, это еще один будет вроде. 3-5 секунд до штурма. Сейчас штурм будет. Вот уже колдуют. Сбежались. Свечно ли сразу, да? Разбежались. Третий не стабилка. Шторм. Все, под последний луч. Забежались. Свечнулись. Уйдите оттуда, уйдите от портала. Сейчас убьет вас. Там этот и на Ражеске. Да, у адмирала. Элбрилл. Все, пометочка. Самозванец на боссе. А, у него скринчил. Вот так. Здесь вот. Вы че? Меточка. Меточка. Адмирал Борисовна, Кирс, Йора, Костя. Метеоры. Дебафа убегать. Бабу прохил. Мозера прохил. Сейчас откинет. Хирс. Лучи. Лучи. Метки. Традиционно отъехала. Элбрил, беги. После меток метеоры сразу поползут. Метеоры закройте слева. Адмирал просил, адмирал сам себе быстрее. Ген, ты где лежишь? Я в трусах. Лучи. Лучи. Метки. Элбрил ход, кислый. Если подними в трусах меня, я подниму его. Закройте.
Серега, зачем ты бежишь с меткой? Вы че, смотрите обратно. Где ты, блядь? Эл-брел, пуси. Торт. Так, в трусах должен. Сразу лучи. Нет. Пусть адмирал сила, перс. Конь пацан. Сразу закрыли. Лишь с команды Колберн. Кого ставить с БР? Лучи у меня. Я думаю, есть ли смысл? Да, я думаю, да. Поднимай Элберла в трусах и Монород Биг Бабы. Метеора. Закрыли. Ребаф дайте. Лучи. Я думаю, что метки. Нет метки. Торт, Борисовна. Торт даю тебе ману. Торт два раза прохил себя. Ползут. На мне дебаф. Да не будет коллапса, 2 миллиона снесите. Все, не будет коллапса. Монороду помощь. По Элбрилу СС однозначно. Борисов не СС. Дайте. Дайте еще ребаф, пожалуйста. Ну, с одинокого кружит. Девчонка его поднять? Или кто там? Что, у 5 друидов нету БРов? Понятно. Мы все раздали. 5 БРов раздали? А нет, 4 было. У Лены есть БР. Снимать? Конечно, да. Составим, смотрим. Луч ушли. Буря. Red Warded Light. Метки. Таймер поставил? Да. Натиск. Натиск. Блять. Успел. Геру. Луч. Нормально, до креста не дойдет. Не сыпь. Буря. Адмирал пусть. 20 секунд купол. Блять, если будет метки, пиздец. Я на купол. Буря. А в фоне кислый. Я на купол дам. Старфол оставьте. Буря. Пусть Мозур. Все, следующий должен быть купол. Готовьтесь к куполу. Купол.
Фир главное не ловить. А тут у вас стоит вместе. Вместе, в кучку, в кучку, в кучку. Ждем, кто последний, чтоб не откинуло. Отвернились. Зато полностью сконцентрированы. Ну, народ мешку трэш на себя, милики по-быстрому сливает. Косты и керс не забыли. Все, перевели. На площадку. Кто очкует, вот тут можно в сову вставить. Несколько ДДшников. Милики все по трэшу. Луч. Не, нормально. Дело. Буря. Буря. Войт адмирал. Зашли, сошли. Перепрыгнуть. Буря. Санте Йор. Дела. Перекрыть. Буря. Санте Пухан. Великая, если трэш или может... Натиск. Натиск. Отошли. Ты не словите. Последняя хуйня. Вот. Натиск. Натиск. Ну все. Раз. Че, у него один хп остался с трех лямов. Резко. Ну, я так сделал. Ну, вот так ее пофиксили. Угу. Теперь типа... Ну, хоть... Да че, кто там кричал, совы не дамажит? Уже пиздец. А можно, пожалуйста, с третьей фазы? С третьей фазы? Это чё? Чё? Так, срочно фиксить сов. Срочно на форум, да? Не, я скажу. Со второй фазы. Второй фазы, мне просто повезло. Я один вот со второй. Я один раз только кляксу выносил, и эти метеориты рядом было, только два или три штуки. Третью фазу линкануло, у меня вторая и третья отдельно. У меня тоже вторая и третья, это прям вот ровно с того момента, когда заканчивается ее карта, не понял. А я знаю, почему Артемия всегда либо вторую, либо третью линкует. Потому что я специально сегодня посмотрел, она в первой фазе, блядь, ни хрена не... Сундук никто не открывает. Смысл их один делать. Я могу уступить Ваге место. Я портуюсь. Окей, сейчас найти своему лучшему игроку. Ставьте шкаф. На кислом, я ему сразу дал. Короче, я тоже портуюсь. Ставьте шкаф. Можно маунты паролить? И ресницы эти. Уходи. Вот ассистом еще кто был. Ну в трусах все. Такой фейл вообще был, конкретно. Ну и метеор я никто не помог был. Закрыть, лузу разлили. Где? Вагон. Метеор, я прям вот бежал, но не успел. Нет, ты успел, если бы ты не успел, я бы умер. Девка, ты вышел? Да меня тоже сумонти. Почему я вышел, я не вышел? Метеоры не закрывают, лужи так. Разливают. Бага тут? Открываю, нет. Можно маунта пару? Ну разроль маунта сначала, кисли, просто. Да открываю уже, все.
Главное здесь, что вы еще хотите? О, ботиночки. Фетиш? Да, ботиночки. Я на Днепр. А кто лагу вообще пустил, а? Сидела в ПК-шу. Забрал киска? Получилось забрать? Да-да-да, он забрал. У нас же сегодня только Джайна, остальное вроде все закрыли. Да. Смотри, он еще и маунты, на маунты 7 кинул. Ту-ху. Понимаешь, вроде есть, нет? Ну, только это, свеча. Вагабон, 97. Он и по приору первый. Он и по приору первый, он и по роллу первый. Вот прям, блядь, его. Так нечестно, он не был на блоке. Сидел, курил, да? Да. Что, отдаю ему или как? Давайте, решайте. А давай. Да, давайте. Не... Чё я его даже дома не было. Придёт ещё поплачет. Согласен с Антей. Вот каждого. Я его не вижу. Правильно. Так ты себе возьми и ему передай. Там. Да, ну, потому что в седьмой группе сидит. Ну дай тогда Коника, а Коника скинет ему. Скинет он. Если скинуть не получится, Коника себе заезжает. Я скину, не бойтесь. Правой кнопкой мыши скидываю. А ты его не видишь, потому что он, скорее всего, не в первой-пятой пати. Да, он в седьмой. Так, у меня тоже. Так, где тут смотреть, кто начужал? Там написано. Мейн спек, офф спек. Нет, ну я не вижу. Я вижу основной состав, офицера. А, мейн спек, офф спек. Там еще да, должно быть колоночка. Так, Сантей, офф спек, адмирал. А, мейн спек. Да ладно, Сантей, ты-то откуда вылез? Так, приору Санте. Тут ход первый. Ну, да, я вижу. Все, четырем человеком он нужен. Так, она 703 или 800? 800. 800. А кто еще ролит ход на этого? Че упало? Мозер, Пухан, Коника, Мозер, ход. Спасибо. А кроме фетиша что упало? Голова еще, ну, тканевая и тапки, сапоги. Пианист мейнспек. Вот вчера в ДВ-рейде вот этот был лут падал, а не то, что выпало вчера, было бы лучше. Так, дезлоид АФК, да? Да моя шапка. Твоя. Все, кончился. Все, я наконец-то разобрался. А, ЕПшку. Да, накинь тоже сразу. 500. Во, правильно, да. Еще больше ему можно накинуть. Че там, шапка упала? Угу. Так, 500 же, да? Да. Сейчас где-то в мире плачет одна Маша. Почему? Потому что ей нужна была.
Все, больше никуда не идем или. Покупатели нашли. А, Маша сегодня мы не нашли на Грунаге Гер. Да нет. Что-то я не. Это, я думал, что там есть кому. У меня был человек, спрашивал, я ему сказал, что две печеньки мы отдельно не продаем. Спасибо, до свидания. Кому нужно, я сейчас буду Кару собирать. Герои. А Гонакс? Гена, я с этого смешка пойду. Мне вот эта фраза прям так интересно получилась. У нас на заводе нет электротранспорт, мы их называем Кар. Я вот так вот что-то мысль помню, что ты будешь собирать Кару. Автомобиль электронный. Да. Коля. Еще вопрос такой, я там что, это, забежал с огнем или что, в обратную метку? Ты Библа убил. Да нет, там, короче, смотри. На мне кинулась, смотри, сначала одна метка, я вынес, вернулся, потом кинулась вторая, начал возвращаться, кидается сразу еще огонь. Я огонь дожидаюсь, он спадает меня там, разливается просто подо мной, я забегаю. Нет. Ну, возможно. Нет, ты пошел выносить метку. Как бы рядом я вынес, пофигу, вынес. На тебя кидается вторая метка, эти лучи. Я ее ближе выношу. Ты бежишь.